В ефірі радіо «Еммануїл» розпочинається програма «Світлі гості» на Світлому радіо. Це час, коли наші гості ділитимуться з вами своєю життєвою історією, досвідом та переживаннями, свідчитимуть про великі справи і чудеса Божі. Мир вам і усім вашим, дорогі слухачі «Світлого радіо». Ми маємо сьогодні гостя. Він завітав до нас із Маріуполя. З нами музикант, співак, можливо, і поет, ми дізнаємося. Віталій Ошовський. Віталій, вітаємо вас. Добрий день. У нас в анонсі було про Маріуполь, про вибухи, про щось про війну. Ви були в місті в ті трагічні події, коли люди загинули в Маріуполі? Да, к сожалению. К сожалению, это так, и, а может быть, и к радости, потому что мы приняли откровение, что покамест мы остаемся в Мариуполе, мы служим в нашем родном городе, в нашей родной церкви Добрых перемен, где я сейчас несу служение пастора, лидера прославления. И когда случились трагические события, то мы вместе с общиной переживали это, и сразу же, конечно, хочу сказать слава Богу за ваши молитвы, спасибо всем слушателям радио за ваши молитвы, и спасибо коллективу Светлого Радио. Это очень приятная и большая честь быть здесь сейчас. Спасибо вам. Виталий, у вас навіть не було думок про втечу з міста? Чи багато маріупольців виїхали? Все-таки і таких людей можна зрозуміти в цій ситуації, яка склалася навколо міста. Да, конечно, много людей уезжает, и, конечно же, это их право, но мы не думали уезжать. Мы помолились об этом с супругой, и мы приняли конкретное решение, что мы будем в Маріуполі. И мы ни одного дня не выезжали, ну, за исключением того, что я был со служением три недели в Израиле, и немножко ездили, там национальная конференция в Славянске, а так все время в Мариуполе. У вас велика семья, Виталий? Мы с супругой, взрослая дочь, и уже внучке 5 лет. Тобто у дочки вже своя сім'я, так? Вона виховує вам, так, онуку вашу. Ви взагалі все життя в Маріуполі прожили? Чи як так складалося географічне життя ваше і вашої сім'ї? Родився в Маріуполі, хоча должен був родитися в Ленинграді. Ну так, милостю Божій. І практично всю життя, за исключением, ну, немножко, конечно, їздив по бывшему Союзу. І, ну, фактично вся життя, вона, наверное, сознательно на Украине, которую люблю, которую не хочу ни на что менять, и с каждым годом нашу страну люблю все больше. Виталий, альбом, який я тримаю в руках, який ми сьогодні також презентуємо, і в анонсах він був презентований. Як давно він створювався? Точніше, ті пісні, які ввійшли в нього, це 10 музичних композицій. Так. Яка хронологія, от взагалі їхня. Це пісні за багато років, чи це пісні такого досить стислого періоду, які всі в одному настрої, в одній концепції написані? Значить, часть пісень, вони написані були в течение где-то нескольких лет. Половина пісень, вони абсолютно свежі, і вони рождались непосредственно в связи з событиями. І пісня «Не бойся», которая здесь есть также и посвящена она жителям, защитникам Мариуполя. Она родилась именно непосредственно за ночь. Буквально я готовился к проповеди, которую Бог положил на сердце как лекарство от страха. И эта песня пришла как иллюстрация, и она была написана на ключевые стихи Писания «Не бойся, ибо я с тобой». И некоторые песни, и ключевая песня, название которой альбом «Радуюсь я», она родилась немножко раньше,
еще до того, как началась война, и уже непосредственно в процессе работы альбома и перед выходом многие друзья спрашивали и говорили, что это безумие, нельзя так называть альбом, тем более сейчас, в это время, какая радость, какой радости ты говоришь. Но я помолился, думаю, надо исправлять или нет это название и вообще название альбома, но я твердо понял, что эта песня и название альбома останется именно таким. Радуюсь я. И радуюсь, потому что Господь остается все тем же Богом, и радость пред Господом есть подкрепление для нас. Сказав, що в Євангелії від Івана сказано, що Ісус, знаючи, що, що йому предстоїть, тоді ж в той же вечір каже такі слова: «Оце все я вам сказав, щоб ви мали в мені радість мою досконалу». Так. Здавалося б, перед ним хрест, Гециманія і все з цим пов'язане, і тим не менше радість. Сказано, що плід Духа – це любов, радість і мир. І не обговорюється, що ну, за таких-то обставин в цьому переліку радості немає, за таких-то обставин в цьому переліку любові немає. Тобто вони одне витікає з іншого. Так. І якщо немає радості, то, напевно, який може бути мир без радості і так, так далі. Так, так. Причина для радості, підстава радості, яка? Ну, от в вашому випадку, на альбом з такою назвою «Радості», да, людина на бере деле... в руку, а чому ти радієш? І радість моя в Господі в тому, що Бог дарував мені вічну життя, але це ще не все. Короткое свидетельство, без которого просто-напросто я не могу. Бог освободил меня от рабства, греха. И у меня были проблемы с алкоголем и наркотиками, и Бог полностью освободил меня от этого. И радость моя совершенна, потому что никакие обстоятельства, они не могут сейчас влиять коренным образом на мою жизнь, потому что Бог и Его радость, она всегда со мной. И тем более, что сейчас я имею полноценную жизнь, о которой раньше и мечтать не мог. Бог открыл все двери, которые только могут быть, и радость моя, она со мной сейчас здесь в гостях, моя супруга, и это часть Божьей радости. У нас прекрасная семья, и мы радуемся каждому дню, потому что Бог — это наша радость. Кілька таких цікавих слів прозвучало, наприклад, слово «досконале». Згадуються слова з Біблії, що ділами віра його, йдеться там про праотця віри Авраама, достигла совершенства. Так? Так. Українське слово «достигла» – це созрівання. Угу. Але в нашому випадку, в випадку людей, це випробування якісь, які ми проходимо. Тобто все життя видається якоюсь школою, в якій ми здаємо певні іспити, певні тести, більше або менш вдало. І ну, нерідко це пов'язано з певними скорботами і з такими періодами, коли ну, восторжено радуватися важко, але все одно оце світло, воно десь в глибині, цей вогник, він продовжує мерехтіти, і ніякі вітри не можуть його задути. Так. З нами Віталій Ошовський, і ми презентуємо його альбом, пісні з якого наші слухачі, сподіваюся, вже в якомусь обозрімом майбутньому зможуть чути і на світлій хвилі. І пісня, про яку ми вже згадали, і яка є, так би мовити, назвою і альбому «Радуюсь я», зараз прозвучить в ефірі, після чого ми повернемося до нашого спілкування. Что ты со мной, что ты искупил меня. От ранней зари буду славить тебя и петь о твоей любви. Радуюсь я, что ты со мной, что ты искупил меня. От ранней зари буду славить тебя и петь о твоей любви. Буду
буду славить тебя, буду петь о твоей любви, буду славить тебя, буду петь о твоей любви, буду славить тебя, буду петь о твоей любви, мой Бог, буду славить тебя, буду петь о твоей любви. Темнота облаков, ты один творец чудес, и радость даешь, и любовь. Милость твоя превыше небес, истина до облаков. Ты один творец чудес, и радость даешь, и любовь. Буду славить тебя, буду петь о твоей любви, буду славить тебя, буду петь о твоей любви, буду славить тебя, буду петь о твоей любви, буду славить тебя, буду петь о твоей любви. И даже когда будет трудно, когда свет померкнет во мгле, тебя все равно буду славить и петь о любви твоей. И даже когда будет трудно, когда свет померкнет во мгле, тебя все равно буду славить и петь о любви твоей. Буду славить тебя, буду петь о твоей любви, буду славить тебя, о твоей любви, о мой Бог, буду славить тебя, буду петь о твоей любви, буду славить тебя, буду петь о твоей любви. Світлі гості на Світлому радіо. У цей момент відеоінтерв'ю доступне на нашому каналі в Ютубі. Наш гість з Маріуполя Віталій Ошовський. Ми слухаємо його пісні. Невдовзі ви зможете їх в неурізаному варіанті чути або навіть замовляти у програмах «Ранкова усмішка», «Світло освічення» на Світлому радіо. Маємо телефонний дзвінок від слухача. З нами Андрій. Алло, доброго Божого дня вам, брати. Доброго дня. От у мене таке питання, я слухав вашу радіосповідь, вибачте за таке, але щось схоже. І я хотів запитати, бо в мене були теж проблеми з алкоголем, наприклад, і Господь звільнив мене теж від цієї напасті, від цієї залежності, від куріння. І при тому через слово своє звільнив, тобто не через реабілітаційний центр і так далі. Я хотів запитати, от схоже, чи були у вас якісь откровення от на цьому шляху звільнення Господом вас від залежності? Що ви почерпнули для себе? Це перше. І друге, чи відображуються ці події у ваших піснях? Чи у вас, ну, скажімо, таке загальне прославлення? Чому питаю, наприклад, у Євгена Гудухіна, який теж з Маріуполя, у нього це дуже сильно відображалось в його піснях. Дякую за відповідь. Так, дуже добре. І Женя Гудухін мой друг, і ми, знаєте, на самом деле много общего у нас есть. И на первый вопрос отвечая, я вам скажу, что Господь освободил меня, и я проходил реабилитацию, и я считаю, что это хорошо. И Слово Божье, конечно же, тоже всегда мне помогало. И Господь по милости своей через Слово давал и дает мне откровение о том, что на самом деле у нас путь, и путь освящения – воля Божья же есть освящение наше.
І Слово Божє завжди це лучший, лучший варіант всякого відповіді. В даному випадку і відповідь на проблеми з алкоголем, з наркотиками. Слово Божье говорит однозначно, что если Сын освободит, истинно свободны будете. И второй вопрос. Чи відображається це в піснях, в творчості? Отображається отчасти. Я, знаєте, не хочу на самом деле більше акцентувати. Я хочу акцентувати більше внимания на самом Господі, на том, какой Он прекрасный, как Он много делает для нас. И в нескольких, одна песня на этом альбоме, она есть песня «Свидетельство», и как бы там немножко об этом сказано. Но в основном Господу слава, и моя персона остается в тени. Вот, а Богу благословен Господь, и Ему вся слава вовеки. Ну, Віталій, скромність, звичайно, прикрашає, але на цій програмі ми все одно, так би мовити, персону намагаємося трохи з тіні як дістати, хоча б на якийсь певний час, тому що людям цікаво познайомитись. Ви з Яною, з вашою дружиною тут. Так. Можливо, розкажете вашу історію. Кажуть, що хто придбав добру дружину, той придбав скарб і благословення від Бога отримав. Як ви отримали це благословення? Як ви зустрілися? І як ви зрозуміли, що ви, ну, одне з одним хочете пройти життєвий шлях? Это на самом деле очень интересная история. Я благодарю Господа за мою супругу, потому что она вместе со мной прошла действительно очень много, и ее сердце, ее любовь, оно это всегда помогало мне. И на данный момент я не состоялся бы ни как человек, ни как служитель, и я продолжаю развиваться с Божьей помощью. Я сейчас Господь положил мне на сердце, и я продолжаю обучение. Я учусь во Львовской духовной семинарии, и Яна мне всегда помогает. Ее оптимизм, ее любовь помогала мне. У нас очень интересная и давняя история. Бог связал нас, мы прошли через очень большие испытания, и теперь мы смело говорим, что у нас не брак, но у нас союз двух любящих людей. Брак у нас закончился, когда у нас действительно был разрыв вплоть до расторжения брака, которое впоследствии потом, через время, стало. Мы опять зарегистрировали, но уже не брак, а наш союз. Ну, я знаю, що з латинської мови брако – це рука. Точніше, ні, там рука – це мано, але брак – це теж якось стосується руки. От не пам'ятаю як. Ну, так само, як в англійському є foot, є там різні слова, тобто яка там ступня, нога і так далі. Leg там, от ми кажемо заручені. Але да, асоціація така стала, що це щось браковане, що щось. Ну, українською мовою це дуже добре, заручений. Ну, обручен так само, тобто ну, брак є, рука в руки, брак є як якось браковане, да, щось ну, таке. Да, це з інших запозичення, з іншомовне запозичення. Ну, ви сказали випробування, але напевно, ну, немає жодної пари, яка б не проходила випробування. Все-таки ну, час, коли люди зустрічаються, це одне, вони молоді, гарні, привабливі, так. Кожен хоче як найкращого боку себе показати, але от жити з дня в день, з року в рік, люди з різними характерами притираються. І більшість людей навіть, ну, за статистикою, не можуть залишитися разом, ужитися. Тому якого характеру випробування, якщо це не секрет, звісно, ви завжди можете відкрити тільки те, що так, ви так забажаєте. Тут вам ініціатива. Это випробування наших отношений, нашей любви. Было время, когда супруга выдерживала, и ее любовь, она помогала нам вместе пройти это время, когда еще в той жизни греховного человека я пускался во все тяжкие. И как бы я до сих пор это так ценю, это драгоценно пред Господом. И она умничка у меня. Я не удержался, и на этом альбоме есть песня, которая называется «Благодарю я Бога за тебя». Это, ну, как бы, может быть, будет немножко интрига, кто потом, может быть, послушает. Я действительно там написал такую строчку, что прошла со мной немало. Вот, и прошла супруга очень немало. И были и бури,
были и в юге в наших отношениях, и палил зной так, что очень сильно, но мы прошли это с Божьей помощью. И слава Богу. Слава Богу за все. Побачите, як у нас все гармонія з Віталієм виходить. Ми говоримо начебто про його особисте життя, і так все плавно перетікає до альбому «Радуюсь я», який ми презентуємо сьогодні в нашій зустрічі. Ми говоримо про Яну, його половинку, його помічника. Дружина, прекрасне українське слово. Так. Це дружба, щира дружба стане нарушник. Без дружби неможливі такий шлях разом. Добре, ну у мене таке, можливо, важке запитання, я не знаю. От коли є така золота людина поряд, яка тебе любить і, можна сказати, любов якої тебе несе, приймає, обіймає, підтримує, чому людина щось іншого шукає? Чому людина зазирає, наприклад, в пляшку? Що штовхає людину? Який пошук? Пошук чого, власне? Знаєте, мені кажется, на мой взгляд, это все-таки от недостаток отношений с Богом, недостаток поклонения, он ведет к тому, что человек начинает искать какие-то заменители той радости, которую дает только Бог. И поэтому, вероятно, Бог начинает уже зазирать и в пляшку, и якісь другие грехи. И вот мое мнение, что недостаток именно общения с Богом, личных отношений с Богом, он всегда ведет к таким вещам. А як розвивались ці особисті стосунки? Ви сказали, недостаток прославлення, але людина ж не може славити Бога, якщо вона його не знає, не відчуває, не бачить, не відчуває цієї величі. Слава, власне, це коли ми говоримо просто Богові і самому собі, який він є. Ми нічого більше не можемо, власне. Так, так. Як вам це відкривалось? Через людей, через книги, або через те і інше. Як ви зростали в усвідомленні того, що Бог величний і люблячий, і достойний, угу, прославлений? Абсолютно по-разному. І я бачив величие Божие во всьому. І как бы, от Бог говорив через буквально через всякие мелочи, это и дождь, это какие-то явления природы. Конечно же, это музыка, которая меня еще с детских лет, отец музыкант, и я был, скажем так, подвержен с детских лет влиянию. Погружен в музыку, этот мир, он меня очаровал, и я понимал, что прекрасная музыка, она была создана кем-то. И вот шаг за шагом Бог вел меня, конечно же. Я не всегда хотел идти, и из-за своих именно, как бы, вот, идя часто своим путем, наверное, прошел круг блудного сына, и выйдя все-таки уже, придя к отцу, который, конечно же, с распростертыми объятиями всегда ждал меня, я понял, что теперь моя задача, как бы, и то, что я могу делать, и то, что я буду славить его. И, кстати, насчет этого тоже было немножко, это интересно знать, что до определенного момента, и будучи христианином, и служителем, уже я, как бы, можно так сказать, стеснялся славить, и у меня не было, как бы, как мы говорим сейчас, откровения в прославлении. Вот. И тем более я не служил именно конкретно в прославлении. Вот, я считал, что как бы либо недостаточный музыкальный уровень, как бы, и который потом впоследствии все равно я стал повышать. И я долгое время вообще не занимался этим. Но потом я понял, и конкретно сам, и через многих людей мне просто сказали: хватит, хорош, давай, занимайся, вот гитара твоя, вот пой. И все, и как бы потом пошло, и я понял, я знаю, и сейчас я жить без этого не могу. Я стараюсь в любых обстоятельствах, в любых условиях, в любых городах и общинах, где это только возможно, я славлю моего Господа. Роль людей, оскільки ми вже її торкнулися, нікуди з цього не можна діти, так би мовити, все це присутнє, і не тільки в нашому зростанні, а, напевно, і взагалі в люди нас іноді підштовхують. Ну, апостол Павло навіть дерзнув сказати, що я раділ вас благовіствуванням. Чи були в вашому житті люди, чиї імена, можливо, прізвища ви можете згадати, які підштовхнули, або, якщо вам це слово не подобається, показали, або не вказали в напрямку от цього шляху до Бога?
Так, очень хороший вопрос, и мое благодарение Богу, конечно же, человеку, которого многие знают, и слава Богу за него, это старший пастор Геннадий Махненко. Церковь Добрых перемен. Церковь Добрых Мариуполь. Перемен, Мариуполь, да. У нас в течение времени наше большое служение разделилось, и мы благодарим Бога за это. Мы можем теперь, как каждое отдельное служение, расти. Мы разделились на несколько служений, и наш старший пастор Геннадий Викторович, он уже несет как епископское служение. Вот этот человек и его вера в конечном итоге очень сильно повлияла. Еще в 93-й или 94-й год я покаялся, обратился к Господу, когда как раз вдвоем, тогда еще два человека, три, которые были как костячок нашей общины, это был Женя Гудухин, вот, и с тех пор наша дружба, его духовное наставничество, оно продолжается. И я благодарю Бога за этого человека, за моего пастора, за его наставничество, за те принципы духовные, которые порой он отстаивает, и не всегда, и не все это понимают. И я благодарю Бога за его позицию по отношению к нашей родной Украине, и это тоже нас мотивирует к тому, чтобы жить и благодарить Бога за нашу Украину. Вот. И, конечно, я назвал уже имя друга Евгения Гудухина также. Вот. Еще один человек, мой друг, который непосредственно является нашим общим тоже другом. Он сейчас уже 15 или 16 лет живет в Израиле. Андрей Левин и его... он, по-моему, если я не ошибаюсь, много лет назад тоже был здесь у вас на студии. И который является тоже... прославителем, и он служит помощник пастора, лидер прославления в городе Твери, Израиль. Вот эти люди, которые я благодарю Бога за них, за их влияние. Ну и, конечно же, моя супруга. Вот, это... Яна теж прийшла до віри ще перед вами. Вона вам щось говорила в цьому плані? Чи просто через її серце і через її любов, через те, як Бог от, в жінці любить? Це ви маєте на увазі більше? Ну, її вера, да, вона, вера, як вона говорила ще, як це почти по писанню, яка перейшла від її бабушки, від бабки, так, як би, вона була віруюча, але, як вона говорить, по-настоящему і обращення, що називається рождення свыше, в настоящее, у неї произошло після чуда, чудо стопроцентно зафиксированное исцеление. Я сейчас должен быть на коляске. Просто коляска. Операция позвоночника. Зафиксированы у меня документы. Две позвоночные грыжи, которые с ущемлением нервов. И я был совершенно в другом физическом стане, нежели чем сейчас. Вот. После этого чудесного исцеления она была верующая, и она в как мы говорим, она знала Бога, Бог знал ее, но у нее не было тех личных отношений. После того, как на ее глазах я уехал в Киев, меня направили на срочную операцию здесь, и после чего врачи наши драгоценные сказали, что ну вы покупайте колясочку, потому что по-другому уже не будет, и готовьтесь к этому. Вот. А без операции я приехал домой после месяца лечения, и я сбегал с больницы, я бегал на богослужение здесь, и я уезжал кривым полностью, приехал ровным, врачи сказали, мы не понимаем, как это произошло, я говорю, это Бог исцелил меня. Супруга, видя все это, она просто-напросто, ее сердце окончательно было... открыто пред Богом, и с того времени уже даже, наверное, иногда больше она меня вдохновляла в вере. Вот. Ну, и это событие тоже само по себе. Я благодарю Бога за чудесное исцеление. И Бог не просто же делает чудеса исцеления, как фокусник, для того, чтобы просто сделать фокус. Конкретно покаяние и обращение супруги, моей мамы, родного брата, и вот как минимум этих трех дорогих мне людей – через это чудо люди теперь эти, да, с Богом, и у нас прекрасная жизнь, слава Богу. Так все відбувається. Людина вірить, але щось трапляється в житті, і її віра виходить на новий рівень. В Біблії сказано «от віри в віру».
Із віри в віру, від слави к славі і благодать на благодать. Так. З нами Віталій Ашовський з Маріуполя, і ми презентуємо його альбом, який називається «Радуюсь я». Зараз прозвучить ще одна пісня «Благословен Господь». Господь. Воспевать буду вечно о любви твоей, возвещу всем вокруг. Благодать твоя бесконечна, ты один настоящий мой друг. Твою милость, Господь, воспевать буду вечно о любви твоей, возвещу всем вокруг. Благодать твоя бесконечна, лишь ты один настоящий мой друг. Благословен Господь вовек, благословен Господь вовек, аллилуйя, аллилуйя. Благословен Господь вовек, благословен Господь вовек, аллилуйя. Восхищаюсь тобой, мой Спаситель чудесный, только ты один, всей достоин хвалы. Мир и радость в тебе неизменны, и лишь тебе поклоняемся мы. Благословен Господь вовек, благословен Господь вовек, аллилуйя, аллилуйя. Благословен Господь вовек, благословен Господь вовек, аллилуйя. Сила моя и спасение мое, Бог, на которого я уповаю. Сила моя и спасение мое, Бог, на которого я уповаю. Сила моя, спасение мое, Бог, на которого я уповаю. Сила моя, спасение мое, Бог, на которого я уповаю. Господь вовек, благословен Господь вовек, аллилуйя, аллилуйя. Благословен Господь вовек, благословен Господь вовек, аллилуйя, ой-е-е. Благословен Господь вовек, благословен Господь вовек, аллилуйя, аллилуйя. Благословен Господь вовек, благословен Господь вовек, аллилуйя.
відеоінтерв'ю доступне на нашому каналі в Ютубі. З нами Віталій Ошовський з Маріуполя і такі життєствердні пісні. Взагалі Маріуполь зараз у багатьох на устах, у багатьох українців в молитвах. Ми багато про це чуємо із засобів масової інформації, про це місто, але сьогодні ми відкриваємо для себе такий Маріуполь от в розрізі дії роботи Божої благодаті і Євангелія Ісуса Христа. Ну, хто не знає Євгена Гудухіна, Геннадія Мохненка, сьогодні відкриваємо для себе Віталія Ошовського. Здається, у нас телефонний дзвінок. Алло, здравствуйте. Добрий день. Добрий. Наталія з Києва. Так. Спасибо за гостя. Можна пару вопросов? Два. Хотілося б знати, ви як музикант і певець участвуєте в евангелізаціях? Може ваша церква устраивает там где-то на улице, в парке, як це? Делаете ли вы это? И второй вопрос. Мне всегда это интересно, как музыканты, ну, учитывая сейчас такое время сложное, как вы, каким образом средства к существованию семьи добываете? Успехов вам, Божьих благословений, всего доброго. Спасибо, спасибо, Божьих благословений. Конечно же, мы стараемся делать евангелизации, в том числе музыкальные. И сейчас, несмотря на это время, а может быть даже благодаря этому времени, вот мы, последнее было крупное евангелизационное такое событие, концерт мы делали большой в центре города, у нас место отдыха горожан, возле драмтеатра, сквер, и мы делали большой концерт на Троицу, мы выставили хороший звук, и был хороший концерт, и мы стараемся при возможности этим служить, мы делаем евангелизации, так что при любой возможности, и это нам нравится. Сейчас как бы в планах и в мыслях есть, я для себя назвал это уже как проект «Хорошая музыка для хороших людей», такой как бы проект евангелизационный, долгосрочный для города. И у нас есть много планов в этом направлении. Ну, а не секрет, абсолютно здесь никакого нет секрета к существованию. Есть только лишь жалование служителя, и все. Я принял решение нигде больше не играть. Я думаю, наверное, как бы это было в вопросе, что нигде не в каких ресторанах, ни в кафе я нигде не играю, не пою. Вот. И лишь скромное жалование. Все. Слава Богу, хватает на все. Віталій, ну от у кожного своя віра, свої переконання, і кожен нехай поступає за переконанням свого розуму. Так. У мене таке запитання. Чи стали б ви грати на вулиці, ну, скажімо, там, з відкритим кофром або з парасолькою, щоб заробити, або ходити по метрополітену, скажімо? Чи, на вашу думку, це, ну, варіант для християнина заробітку? Ну, да, і несколько місяців назад в Ізраїлі я взяв гітару, поставив, відкрив кофр, і я славив Бога, причому, как бы, вот, і свої пісні, і не свої псалми, как бы, і для мене це нормально, абсолютно, і, то есть, для мене не проблема, і здесь була б в Києві, вот, это сделать. Я не вижу в этом ничего зазорного, да, и как бы даже более того, я вижу плюс, потому что в этом есть евангелизация. А подчеркну этот момент, чтобы правильно поняли, это лично по вере, и не грех для музыканта, если он играет в нормальном заведении, если, то есть есть как бы ряд нравственных каких-то моментов для каждого человека, и каждый выбирает это лично. Вот. И когда я сказал за себя, это не значит, что это как постулат. Універсальне, да, щось таке. Да. У мене ще запитання на зворотньому боці диска вашого «Радуюсь я», ви і ще з якоюсь людиною. Мені просто цікаво, якщо цей диск комусь попадеться, все зі слухачів в руки. Хто це, да, з вами? Это мой друг Евгений Горбань, который тоже является... Он музыкант и одновременно он инженер звука. Вот, и... Найбільше з вами він створював цей альбом, так? Так, так. Он бас-гитарист, и он прописывал бас, вот, также.
От, і це мій друг, хороший чоловік. Сьогодні в нашій розмові ви згадали, що був період, коли церква, в якій старшим пастором Геннадій Махненко, «Добрих перемін», підійшла до якогось такого водорозділу, коли було прийнято рішення, я так розумію, братством, так, розділити проєкт на кілька служінь. Тобто мається на увазі це служіння різним соціальним якимось верствам, це там з одного боку реабілітаційний центр, з іншого боку щось інше. Можливо, ви докладніше про це розкажете. Мені просто цікаво життя цієї громади, вона така резонансна, але я мало особисто про неї щось знаю. Так. Добре. Ну, значить, служення було, звісно ж, одобрено. Сначала молились об этом, потом пришло одобрение на то, чтобы разделение, или правильно сказать, не то, что разделение. Размножение. Размножение, вот это более правильно сказать. Чтобы не было негативной коннотации, так, иначе да, посварилось, вот там именно, не возглавляют. Да, я подчеркну, это было с целью роста, и можно сравнить это, я как начинающий пчеловод, вот есть роение. Рой, да. Рой, да. Ага. И когда рой летит, то это не значит, что это плохо. Это наоборот, что семьи увеличиваются. И вот... Головне его приманити, спіймати и десь... Так, так, так. Да. До вулика посадити собі, а не так, щоб він кудись полетів. Да, у меня это недавно удалось, слава Богу. Да, ну то, хто знає, да, до хтось бджолярів, він знає, як це все відбувається. То ви особисто, Віталій, перепрошую, що перебуваю, ви прихильник невеликих спільнот, ну, чи все-таки, ну, є просто таке поняття мега-церкви, але вони продовжують рости і розвиватися тільки за, напевно, за рахунок домашніх якихось груп, так? Ну, просто от є різні підходи до цього. Як ви особисто про це сказали? Мені стало все більше, можна сказати, нравиться. Все-таки служення не мега, а от наше зараз служення центральної... Центральное служение Церкви Добрых Перемен, ну, где-то у нас в воскресенье, воскресное богослужение, 100-120 человек, как бы, и мы видим, что и приблизительно, ну, есть отделение еще в другой части города нашей церкви, которое приблизительно такое же. И мое все-таки, это лично мое мнение и тяготение, что пока... Немного людей, то больше, ближе контакт, больше какие-то открытые такие вот... Доверительные, да, доверительные отношения. Сейчас Господь усматривает, и я рукоположен в пасторское служение, душепопечение, и, естественно, при этом количестве людей, ну, как бы, это тот, наверное, максимум, да, который... можно хорошо охватить людей, да, как бы, и то это немножко сложновато. Но хороши и мега-церкви по-своему. То есть, как бы, здесь нельзя сказать, что именно так или так. И, ну, мне почему-то больше нравятся маленькие. И вот в Израиле там у них вообще как бы нет такого понятия, у них нет мега-церкви. У них небольшие, маленькие общинки в основном. И какие-то теплые, такие особенные, доверительные отношения. Это мне напоминает, наверное, все-таки больше какую-то ранняя апостольскую церковь. И вот мое личное такое мнение. Кілька разів пролунало слово «служение». От, ясно, що якщо ви маєте покликання і відповідальність пасторську, то ви готуєте проповіді, Слово Боже має втішати людину, наставляти і навіть викривати іноді. Ви співаєте, а люди теж потребують дуже цього. Люди якось відкриті до пісні. І таке враження, що от багато людей, які беруться за музичний інструмент, співають, якщо це більш-менш вдало, становляться, стають зірками, тому що людина дуже-дуже сильно схильна прагнути музики, прагнути пісні в своєму житті. Тобто люди, ну, звертають увагу на все це. Але крім цього, служіння, що це для вас? Я помітив, що церква успішно, як спільнота, живе, якщо в неї є чітке бачення, наприклад, ну, і не секрет, що є церкви, які вдало служать залежним людям, алку або наркозалежним, у них є низка оця мережа реаб-центрів, і все, поки вони служать, або там служать у в'язницях, наприклад, або капеланство, щось. От ваша спільнота, на чому ви концентруєтеся в Маріуполі зараз? Да, окей. І наші служення, будемо говорити так, тому що ми говоримо зараз о чотирьох служеннях, і в даному випадку, говоря за наше служення Центральної Церкви Добрих Перемен, ми, у нас
как бы само по себе служение начиналось из реабилитации много лет назад, но продолжая в отдельных вариантах, как бы это есть, и у нас продолжается реабилитация, но мы смотрим более широко сейчас, и мы видим, что Господь любит не только людей с разными проблемами, но Он любит и очень интеллигентных людей, и с двумя-тремя высшими образованиями. И мы стараемся сейчас, чтобы люди, чтобы всем было комфортно, чтобы они находили, самое главное, Христа, то, что они ищут. Мы стараемся обращать внимание на каждого человека индивидуально, и при этом мы не забываем, что есть, конечно же, у людей какие-то проблемы, и для этого есть... Вот почему Господь... Ну, так Господь, я думаю, универсально сделал, что наше служение, одно из них, занимается конкретно реабилитацией и переселенцами. И мы как бы занимаемся уже более целенаправленно. У нас мы получили четкое видение, и сейчас мы благодарим Бога, стараемся двигаться в этом направлении. Мы увидели, что нам катастрофически не хватает молодежи, молодых людей, средняя молодежь. И Бог сейчас так двигается, что многие молодые люди присоединяются к этому служению, да, и все больше и больше. Естественно, говоря о служении, служение Богу для меня — это вся моя жизнь. И я не представляю уже просто, как это может быть по-другому. И говоря о молодежи, это будущее. И в нашем просто наша мечта, и наша молодежь, она уже даже видит в Мариуполе такое явление. И я верю, что скоро будем говорить, что у нас есть молодежная церковь в Мариуполе. Именно молодежная церковь, отдельное служение. Вот. И мы, конечно же, стараемся двигаться во всех направлениях, как это Господь позволяет. З нами Віталій Шовський з Маріуполя. Він не занепадає духом, це чути в його піснях, і от просто в розмові з ним щось таке випромінюється. І сподівається на краще, як ти в надії. Діє заради досягнення цього кращого для свого міста і для країни в цілому. Я, Віталій, вам особисто вдячний. Я жодного разу в житті не був в Маріуполі. Там колись жив і працював мій дядько, але я був ще тоді малим. Місто називалося Жданов. На морі. От, бажаю вам, вашій сім'ї, вашій церкві, ну, всього Божого, що тут все, в принципі, в цьому. Ми ще послухаємо одну пісню Віталія, яка також ввійшла в його альбом «Радуюсь я», який я зараз тримаю в руках, і Світле Радіо буде ротувати ці пісні. Сподіваюся, вже невдовзі. Ну, дякую, Божих благословінь, гараздів. Слава Богу, спасибо вам, спасибо колективу Світлого Радіо. До свидання. Сердце, отбрось все сомнения, давай вместе славить Творца. Склонимся пред Богом, поднимем мы руки, пусть льется хвала без конца. Открой свое сердце, отбрось все сомнения, давай вместе славить Творца. Склонимся пред Богом, поднимем мы руки, пусть льется хвала без конца. Господу слава, 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 аллилуйя. Господу слава, слава, Господу Богу хвала.
Поклоняюсь всем сердцем, поклоняюсь душой, я в трепете перед тобой. Ты мой спаситель, ты мой искупитель, и я восхищаюсь тобой. Поклоняюсь всем сердцем, поклоняюсь душой, я в трепете перед тобой. Ты мой спаситель, ты мой искупитель, и я восхищаюсь тобой. Господу слава, 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 аллилуйя. Господу слава, слава, Господу Богу хвала. Господу слава, 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 аллилуйя. Господу слава. Господу Богу хвала. И сльется хвала без конца. И сльется хвала без конца. Льется хвала без конца. Льется хвала без конца. Господу слава.